Казахстан вошел в тройку лидеров стран Центральной и Южной Азии. В Женеве состоялась 17-я ежегодная церемония объявления результатов авторитетного международного рейтинга Global Innovation Index 2024. Казахстан показал качественный рост по таким показателям, как эффективность государственного управления, верховенство закона, развитость рынка, ведение бизнеса, чистый приток прямых инвестиций. В итоге поднявшись с 81-го на 78-е место. В тройке лидеров стран Центральной и Южной Азии Казахстан расположился после Индии и Ирана. Отмечу, что Global Innovation Index оценивает показатели в 133 стран по 80 направлениям и подтверждает влияние инноваций на рост экономики и производства. Повышение в рейтинге способствует улучшению международной репутации и привлечению прямых инвестиций в Казахстан.